на конкурс «Дети читают стихи». Бахтияр Яруллин, 5 лет. Детский сад «Солнышко» города Буинска, Республики Татарстан. И Гибаев, День Победы. Мы встречаем День Победы. Он идет цвета знаменов. Всех героев мы сегодня называем по именам. Знаем мы совсем не сложно. Он пришел к нам День Победы. Этот день завоевали наши папы, наши деды. И поэтому сегодня Аудина, а не Надель. Мы, идя на праздник с ними, песню звонкую запели. Эту песню посвящаем нашим папам, нашим дедам, нашей родине любимой. Слава, слава, День Победы!